Минтруд России назвал регионы Российской Федерации с наибольшим ростом безработицы. На 15 ноября в службах занятости населения зарегистрировано свыше 700 тысяч безработных. Это на 0,4% больше, чем недели раньше. Как отмечают в ведомстве, в 38 регионах страны за последнюю неделю безработица снизилась. В 45 регионах безработных стало несколько больше. Это в Бурятии, Кабардино-Балкарской, Чувашской республиках, Омской, Курганской, Астраханской, Сахалинской областях, Алтайском крае и Туве. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 46 копеек, евро 69 рублей 82 копейки.